Билан, Нальгиев, Москва и Малоненинский автономный округ, мастер спорта международного класса. Борьба за бронзовую медаль весовой категории до 75 килограммов. На ковре Б в красном трико Дмитрий Питайкин, Республика Мордовия, мастер спорта. В синем трико Александр Чехиркин, Ростовская область, Москва, мастер спорта международного класса. Борьба на коврах за бронзовые медали чемпионата России 2016 года. Все понял. Дорогие друзья, ассаламу алейкум. Разрешите обратиться ко всем нашим почетным гостям, к представителям наших команд, ко всем судьям. Наш глава Рамзан Ахмадович приглашает всех сегодня на ужин. Уважаемые почетные гости, пожалуйста, не уходите. Ужин состоится в ресторане «София» в 9:00. Всех ждем. Явка обязательно. Спасибо. На ковре А в красном трико Ираклий Каландия. Он 94-го года рождения, мастер спорта. Представляет Ростов-на-Дону и Свердловскую область. Первый тренер Яковенко, личные тренеры Болтунов и Сергей Новаковский. Лучшие спортивные результаты спортсмена, призер первенства России. Его соперник Билан Нальгиев, борец в синем трико, мастер спорта международного класса 90-го года рождения. Является чемпионом России. На Кубке мира в Иране занял второе место в составе сборной команды России. И, как я уже сказал, на чемпионате России 2014 года первое место. Тренируется под руководством бригады тренеров. Горинов, Чекмезов, Дюшко. Представляет Билан сам из Ингушетии. В настоящее время представляет Ямало-Ненецкий автономный округ и Москву. На ковре Б закончился первый период схватки. Напоминаю, формула встречи: два периода по 3 минуты, между ними 30 секунд перерыв. 0-0 после первого периода.
Борец в красном трико на ковре Б Дмитрий Питайкин, 91-го года рождения, из города Саранская, Мордовия, мастер спорта. Лучший спортивный результат спортсмена, призер первенства России среди молодежи. Тренируется под руководством тренера Каргина. Его соперник Александр Чехиркин, борец в синем трико, мастер спорта международного класса. Он 1986 года рождения, представляет город Ростов и Москву. Параллельный зачет. Тренируется под руководством тренеров Болтунов, Алубаев, Гайбарян. Является чемпионом Европы и чемпионом России. Встречу на ковре А судит бригада судей. Руководитель ковра, судья международной категории Николай Асаев, город Саранск. Судья на ковре, судья международной категории Сергей Коваленко, город Санкт-Петербург. Боковой судья, судья международной категории... Виталий Попов, Воркута. На ковре Б встречу... Боковой судья ковра А... Судья международной категории Виль Галимзянов, Республика Башкортостан. На ковре Б встречу судит бригада судей. Руководитель ковра, судья международной категории Тофик Пашаев, город Тамбов. Судья на ковре. Дмитрий Коршунов, судья международной категории, город Владимир. Боковой судья ковра Б. Судья международной категории Абдул Гани Ибрагимов, город Грозный. Уважаемые гости, среди почетных гостей в нашем зале присутствует президент Федерации борьбы Грузии, победитель Олимпийских игр Манучар Квертвелия. Давайте поприветствуем его. А также министр спорта Кабардино-Балкарской Республики, победитель Олимпийских игр Асламбек Хуштав. Министр спорта Республики Северной Осетии Алания, победитель Олимпийских игр Хасан Бароев. Победу на ковре Б одержал мастер спорта международного класса Александр.